А сейчас информация телеканала «Панорама ТВ», входящего в наш медиахолдинг. 27 января – день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Долгие 900 дней – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года ленинградцы под постоянными артобстрелами и бомбежками в условиях холода и голода героически обороняли свой город. В Тверской области в память о тех событиях прошла акция «Блокадный хлеб». Ключевой ее символ – кусочек хлеба весом всего 125 граммов. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады.